сейчас о погоде. С вами Инга Гудель. Здравствуйте. Ну что, начинаем готовиться к ночным морозам, начинаем утепляться. К счастью, они будут не очень сильными и недолго. Итак, на нашем севере ночью до 2 мороза, днем столбики термометров поднимутся до плюс 2. Будет облачно, местами дождь с мокрым снегом, на дорогах гололедица. В центральных районах и на юге ночью тоже минус 2, днем же в районе плюс 1, плюс 3. И тоже местами дождь с мокрым снегом и скользкие дороги. Послезавтра у нас ночью станет холоднее, ждем минус 5, днем столбики термометров поднимутся до плюс 3. И в расписании остаются и осадки, и скользкие дороги. В понедельник погода точно такая же. Здорово, конечно, жить с котом, который, пока хозяева заняты разной ерундой, проводит практические опыты по изучению закона всемирного тяготения. Правда, за неимением под лапками яблок в качестве объекта используют тарелку. Жалко, конечно, что в конце видео пушистому исследователю прилетело в моральном плане. Но уверенно, даже убегая, он кричал, и все-таки она падает. О погоде и не только это все. Удачи вам. Увидимся.